28 июня на улице Паши Савельевой остановлен автомобиль злостного должника. Владелец автомобиля недавно переехал в наш регион и не ожидал, что им заинтересуются правоохранители. Должник имеет задолженность в Воронежской области. Воронежские приставы сделали поручение, в котором указали, что нам необходимо обнаружить и арестовать машину, которая принадлежит должнику. В данный момент машина обнаружена, накладывается арест. Автомобиль остановили инспекторы ДПС. Располагая собственной базой данных, они владеют и информацией о банке данных исполнительных производств на неплательщиков. Штрафной арсенал владельца этой иномарки – 53 неоплаченных штрафа на 91 500 рублей. По 500 рублей вот у меня набралось 44 тысячи. Я не против выполнить, но просто надо разобраться с этим. Даже как-то обидно и непонятно. Больше всего даже непонятно. По 500 рублей набралось 44 тысячи. Почему так, непонятно. А вы обычно всегда платите, что задолженности какие есть? Я переехал с другого города, переехал из Воронежа. И вот это оттуда у меня все пришло. И мне ничего не присылали, ничего не понятно. Узнав о большой сумме задолженности, мужчина решил на месте заплатить часть долга. Занял денег и буду еще занимать. Ну, начну платить, но, конечно, как-то здесь даже непонятно все объяснено. Из-за частичного погашения долга принято решение не изымать у должника автомобиль, но арест все равно наложили. На машину будет наложен арест в любом случае и будет снят после того, как должник погасит имеющуюся задолженность до конца. Напоминаем, совместные рейды двух служб ГИБДД и судебных приставов в Тверской области проводятся постоянно. Не испытывайте судьбу, платите за свои долги вовремя. Своевременно оплачивать свои задолженности, иначе может быть наложен арест на имущество, принадлежащее вам.